Послушай, я твоего соседа когда-нибудь убью. Он твой родственник. Что ему от меня надо? Лекции начал читать. Господи, я так рада, что ты меня простил. Знаешь, я все-все поняла. Теперь все будет по-другому. Пойдем. Куда? Смотри, теперь здесь будет твой кабинет. Ты сможешь размышлять, репетировать и писать книгу. Ты же хотел написать мемуары. Вот. И тебе никто не будет мешать. Я буду на кухне. Там много места. Ляля. А ты собрала вещи, которые я просил? Я за ними приехал. Только ты, пожалуйста, только не уходи. Лялечка. Я без тебя не могу. Ляля, мы ведь тогда все вместе решили. Ты их собери, а я там посмотрю. Держи. Я умру без тебя, Ром. Ну что ты? Ну хватит уже. Рома. Ром. А ты окончательно решил уходить, или ты еще подумаешь? Ну, а что тут думать? Нет. Ляля. Рома, не оставляй меня, не бросай, пожалуйста. Ляля, ну сходи умойся. Ну, на кого ты похожа, Ляля. Ром, я не могу без ладно. Тебя. Ну, все. Хорошо. Спасибо. Рад стараться. Юрий Иванович, ну может, все-таки скорую вызовем, а? Что ты, родимый? Тут такое некогда. Ну что там в костюмерной? Софочка проверила? Проверила. Ну и что говорит? Говорит, все на месте, ничего не пропало. Пойдем. Слава Богу. Ну, слава Богу, хоть здесь без криминала. Так, ну-ка, стой, студент. А погоди-ка, родимый, присядь-ка. Ну-ка, пошел отсюда. Что ты делаешь, Егор, ему же больно! А ну-ка, ты, милый друг, чтоб здесь больше не показывался, сунешься еще, я тебе шею сверну. Убери ногу! Да что ты шпионишь все время, сволочь? Я сказал, убери ногу! Ты фотографируй в интернет! Выложи! А ну, Ромка! Пошел отсюда! Ты хоть знаешь, что такое интернет? Обезьяна! Ромка! Я тебе сейчас... Че ты ревешь, а? Он больше не придет. Ляль, да ты чего, а? Поплачь. А в голове держи, ушел, и слава богу! Ляль... Это все из-за тебя. Это из-за тебя я тебя ненавижу. Ляль. Я тебя ненавижу. Ляль, ты что, а? Ненавижу с твоими дровами, да ты... с твоими розами, с твоими житейскими мудростями. Ты что? Ты мне жизнь сломал. Не ходи больше ко мне. А? Не хочу тебя больше видеть. Ляль. Ты для меня больше не существуешь. Ляль, ну ты чего, а? А что мне делать-то было? Ну, гляжу, такси подъехало, это вылезает. Я говорю, что, одумался, что ли? А он, мол, не твое собачье дело. Вещи надо забрать. Я этому, еще этого гаденыша уговаривать стал. Ну, мол, ну пожалей ты ее. Ну, хоть самую малость, да не ходи ты к ней. А он хоть бы хны. Я ему сразу хотел по шее врезать. Перед шофером было неудобно. Ляля. Ляль.
в антракте, когда Ариадна Марковна попросила одежду в гардероб сдать, ты где был? Здесь, в коридоре. Ну, что я говорила? И что мы тут делали? Инспектировали? Просто любопытствовал. А ты в приемной никого не видел? Там никого не было. Я оттуда и ушел, потому что мне стало скучно. Ага. А что, нельзя? Нет, нельзя. Нет, надо, надо же было так умудриться. Пустяшную командировку превратить в такой головняк. Вот тебя черт, что ли, дернул таскаться по служебным помещениям, да еще в момент убийства. Откуда ж я знал, что там будет убийство? Да не надо ничего знать. Нужно выполнять свои обещания. Ты обещал ни во что не влезать? Да, обещал. А я обещал, что если что-то пойдет не так, домой поедешь. Так что не обижайся. Завтра первым же автобусом едешь домой. Все равно тебе в искусстве ловить нечего. Вы это поняли? Как интересно. Это вы по моему сценарию поняли? И по нему тоже. А знаете, что самое обидное? Когда вот найдешь ценные улики, а тебе же потом и по шапке. Какие улики? А неважно. Да подожди ты. Сказал А, говори Б. Что за улики? Я не говорил директору, чтобы не подставлять кузину Бетси. Она пряталась в гримерке от призрака, который, может быть, и есть настоящий преступник. Вот он. Ну и что? Он же выключен. А как же ваше умение видеть через обложку? Вы ведь его даже не читали. Себе оставлю, на память. Девушка, да? А у вас есть расписание автобусов до Москвы? Вот здесь, посмотрите. Спасибо. Пожалуйста. Молодец. Да, слушаю. Озеров, здорово. Как успехи? Да нормально, Владлен Орленович. Репетируем. Молодец. Я в тебе не сомневался. Так тут у местных неприятности. Да как там наш подопечный? Обработал? Чемодан пакует? Ну, думаю, что пакует. Смотри, а то тут мы с его папой волнуемся. У нас с тобой уговор. Да я помню, помню. Давай, творческих успехов. Спасибо. Федя! О, соседка! Привет! Ляля! Доброе утро! Девушка, доброе утро. Скажите, пожалуйста, А631 уже выехали?
Сейчас посмотрю. Ага, спасибо. Так. А, еще не выезжал никто. Да-да, спасибо. Ромка. Прошу прощения. Ромка, прости меня, пожалуйста, я... За что? Я так виновата перед тобой, я должна была остановить Егора. Но ты знаешь, я с ним больше не общаюсь, я ему запретила приходить вообще. Голубушка, я совсем не сержусь. Да? Напротив, я считаю, что нам надо расстаться добрыми друзьями. Вы ведь не против, Ольга Михайловна? Да, все хорошо? Ну вот и хорошо. А я в ларек за чаем, а то сегодня репетиция, а чая нет. Идет. Доброе утро. Доброе утро. Не помешаю? Доброе утро, Максим Георгиевич. Присаживайтесь. Да ладно, валять дурака, садись. Угу. Я думал, ты уедешь. Хотел, но потом понял, что не имею права. Тогда страна потеряет и талантливого драматурга, и детектива. Опа. А ты еще и детектив. А что, в моем драматургическом таланте вы уже не сомневаетесь? Максим Викторович. Василиса, скажите, а что могли искать костюмеры? Да у нас там ничего особенного нет, лоскуты и обрывки. Я считаю, что погром в костюмерной как-то связан с отравлением Верховенцева и Дорожкиной. Хотя коллеги-актрисы уверяют, что она притворяется. А что думает об этом ее муж-декоратор? Клюкин. Он считает, что была передозировка антидепрессантами, ведь Дорожкина в постоянном стрессе из-за призрака. Ну, вообще странная парочка. Декоратор и актриса. Нет? Нет, он ее очень любит, по-моему. А что, если тот, кто запер нас в подвале и учинил погром в костюмерной? Ведь он знал, что в это время на работе будет только кузина Бетси, а Софочка будет страдать дома. И кто это может быть? Тот, кто украл деньги у Лукина и... Вот кто тебя просил? И оставил их у вас. Но она же своя. У Юрия Ивановича украли деньги. Ой, шпион из тебя никакой. Пиши лучше пьесы. У тебя это хорошо получается. Ладно, давайте доедайте и встретимся в театре. Спасибо, Максим Викторович. Да не за что. Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам, срывая краткий мимолетный звук, а не моим томящимся устам. Я весь хотел бы. Зачем вы так стараетесь? Не нужно педалировать каждое слово. Вы же не новости читаете. Знаете, непривычно играть понарошку. Никто не требует от вас играть понарошку. Я думала, просто берешь и читаешь текст. Но, может быть, вы забыли, что ваш персонаж влюбленный страстный человек. И, между прочим, он объясняется в любви жене своего друга. Поэтому он должен говорить так, будто боится, что не успеет сказать возлюбленные самое важное перед разоблачением. Я прекрасно знаю, кто мой персонаж. Это замечательно, но только нам вы это никак не показываете. Скажите, а вы куда-то торопитесь? Это вы мне? Да. Вот видите, как вы напряжены. А между прочим, ваша героиня вот точно так же на взводе. Сердце у нее колотится, потому что в любой момент в комнату может кто-то войти. Муж вернулся, или, может быть, прислуга, а вы его никак не останавливаете. У меня тут текста нет. Да к черту текст! Я не слышу нерва в вашем голосе. Я не понимаю, как вы это оцениваете? Как произвол. Над постановкой Виталия Васильевича. Сейчас начнется. Но ведь именно этого постановки не хватает, правда? М? К сожалению, покойный работал на штампах. Но поди поспорь. А мне вот, например, никогда не нравилось, что в этой сцене моя героиня сидит. Ну,
А ведь должна пойти проверить дверь, так? Ну, конечно, правильно. Прислушаться. Как? Может, кто-то там есть? Вдруг их подслушивают? Проходит мимо, вдруг застанет. А потом окно. Ушел, муж, не ушел. Абсолютно верно. Да, и не забывайте про любовника. Вы же не хотите, чтобы вас застали в его объятиях? Конечно, нет. Подождите, в каких объятиях? В каких объятиях? Ну, вы же хотите ее овладеть? Ну, хочу. Ну, так догоняйте ее, ловите. Как я ее должен ловить? Как? Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам, срывая краткий, мимолетный звук. Так, осторожно. А не моим томящимся устам. Дышите, дышите. Особое дыхание у влюбленных. Да, да, да. Ну, я думаю, что после перерыва можно будет продолжить, так? Ну да, давайте после перерыва. Ольга Михайловна. Ляля. Что? Вы не могли бы нам чайку организовать? Перерыв? Да-да, перерыв. Да? Вот видишь, что он тут играет? Задачи, что он себе думает? Сразу заиграл. Он настоящий профессионал. Лара, Борис Николаевна, здравствуйте. Хорошо, что вы к нам зашли. Здравствуйте, спасибо. Ты молодец, что зашла, Лара. Ты вообще дома не сиди. Ты приходи в театр, я тебе здесь сделаю, мигом найду. Лариса Николаевна, здравствуйте. Привет, привет. Марин. Юр, да. Ну, я не хочу в театр. Ты же все прекрасно знаешь. Не переживай, ну, я всегда что-нибудь... Юр. А насчет театра ты все-таки подумай. Спасибо тебе. А кто это? А это Лариса Николаевна, жена Виталия Васильевича. Знаете, хотела с вами поговорить насчет второго акта. Пока. Дорогу знаешь. Знаю, знаю. Звони мне в любую минуту. Вы там так громко кричите, напоминаю, что я... Мой персонаж красочный. Лариса Николаевна, меня зовут Федя Величковский. Я из Москвы. Я журналист. Я пишу статью о вашем муже. Мы можем о нем поговорить? Прямо сейчас? Если можно. Ну, почему же нельзя? Можно. Пойдемте. Спасибо. Вот моя машина. Мы можем поговорить у нас дома. Это недалеко. Ой. Вы ведь не журналист. Не собираетесь писать о Виталии? Я сценарист. Мы с Максимом Викторовичем приехали сюда, чтобы... Записать спектакль, я знаю. Отличная постановка, отличная. Да-да-да, мы вчера видели, просто его не доиграли и... Да вы не волнуйтесь, Федя. Я вполне владею собой. Садитесь. Спасибо. Вот еще, смотрите, я вам хотела показать. Проходите, знаете, у нас пожалуйста. Есть такой детский спектакль, и я там играю Бобика. Замечательно. Вот, играю Бобика. Ну, еще у меня Шарик во втором составе. Смотрите, вот. Это вот, это мы на поклоне. Интересно очень. Вот. Лялечка, давайте я вам помогу. Вот. Знаете, в нашем спектакле, мне кажется, у меня есть имбирь, я могу добавить в чай, если никто не против. Прекрасно. И с лимоном. А я тоже с лимоном буду. Я не буду с имбирем. Хорошо, тогда для вас отдельно. А в Москве сложно пробиться молодым артисткам? Это вам. Пожалуйста. Ну, по-разному бывает. Ляля, нам чашек не хватает. Там внизу есть, только надо ополоснуть. Ага. Да как везде. Серьезно? Скажите, а вот в кино там... В чашке ключи попасть? Какие-то. Ну, в кино это не ко мне. Ведь это же ключи Виталия Васильевича. Да, его. Он брелок этот из Мюнхена привез. Еще всем тогда таких черепашек дарил. Да, я помню его. Алло, пап, зайди, пожалуйста, в летчасть, это очень срочно. Ляля. 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 Это он вам ключи дал? Кто? Верховенцев. Нет, конечно. Нет. Тогда как они здесь оказались?
Это кадр из фильма. А, да. Пойдемте. Хорошо. В кино я мало снималась. Всего несколько картин, но неплохих. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Итак, Виталий Васильевич вас интересует как режиссер или как персонаж? Он меня интересует как персонаж. Я бы хотел понять, кто его и зачем отравил. Ну, этот отравитель, кем бы он ни был, оказал мне большую услугу. В смысле? Дело в том, что Виталий всерьез собрался разводиться, и всего этого мне не осталось бы. Мы прожили 20 лет, и он решил, что пора. Ну, а может, она так решила. Кто она? Да бросьте. Не может быть, чтобы вам не сказали. Нет, мне никто ничего не говорил. Лера. Лера Дорожкина. Добрый всем денечек. Здрасте. Добрый. А что у нас тут такое? Юрий Иванович, там машина приехала, а я вас нигде найти не могу. Вы распишитесь, пожалуйста. Да. Юрий Иванович. Юрий Иванович. Да? Ключи от сейфа нашлись. Как? У Ольги Михайловны в чашке припрятаны. Вот это да. Нет, я ничего не прятала. Я не знаю, как они туда попали. Так это, наверное, Виталий Васильевич сам их вам в чашку положил, да? Угу. Угу. Или, может, вы стащили их у него? Я, Юрий Иванович, я их в руки не брала, честное слово. Понятненько. Понятненько. Нам теперь все понятненько. Так ничего не понятненько. Я не знаю. Я когда ухожу, то кабинет всегда закрыт. Я не понимаю, как такое могло получиться. Кто бы мог подумать. Все ясно. Где теперь спрятаны наши денежки? Я не брала деньги, клянусь. Угу. Это не я. Ром. Ляля, Михайловна, пойдемте со мной. Пойдемте. Мне было 20 лет, когда мы с Виталием познакомились. Он тогда тяжело разводился со своей первой женой и сказал, что больше никогда ничего не будет рушить, что он этого просто не переживет. И мы сбежали из Москвы ото всех, и здесь были совершенно счастливы. Много ездили, Виталий много работал, ставил спектакли на меня, я этим очень гордилась. Ну, а потом по закону жанра появилась Лера, и все закончилось. Сначала он вывел меня из всех спектаклей, ну, а потом стал ставить спектакли на нее. А вы не пробовали бороться? А что бы изменилось? Не знаю. Ну, вот и я не знаю. Он ее полюбил, а меня разлюбил. Только я не думала, что он захочет разводиться. А зачем Дорожкиной выходить за него? У нее же муж. Как зачем? Деньги? У вашего мужа что, голливудские гонорары? Нет, конечно. Он получил солидное наследство от родственников, которые в советское время были начальниками во внешторге. И после его смерти вы, получается, единственная наследница? Ну, получается, что так. А у вашего мужа были недоброжелатели? Мой муж талантливый человек. И очень сложный человек. И многие на него обижались. И всерьез обижались. Да и в этой истории с разводом я не единственная пострадавшая сторона. А кто? Кто еще? А что, если он сам принял яд? Лариса Николаевна, кто это пострадавшая сторона? А я же видела, что он мечется, что он мучается. Только я не предполагала... Лариса Николаевна,
Лариса Николаевна. А что, если он действительно решился? Я проглядела. Ну, я пожалуй, пойду. Спасибо за угощение. До свидания. А я проглядела. Ну что, все молодцы. На сегодня репетиция закончена. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. До спасибо, Максим. До свидания. Ты где был? Все пропустил. Я все знаю про ключи. Гоша. Я подслушал в приемной. Вершинин в кабинете Лукина упрашивал его передать ключи в полицию. А он ни в какую. Говорит, не хочу тебя втягивать в историю. То есть она хочет передать дело огласке, а он ее прикрывает. Какая огласка? Уже весь театр знает. А завтра будет весь город. Тише воды, ниже травы. Тихо будь, черти водец. Неужели вы правда верите, что эта малохольная сперла деньги? Я не знаю, кто спер эти деньги, но вчера в летчасти в буфете этих ключей точно не было. Когда Ляля куда-то умчалась, я полез за кружками. В них было пусто. Это значит... Что-то потеряли? Бумаги. Мои. Не видели? Три листка исписанных. Нет, а что в них? Очень личные записи. Ага. Ляля вчера после репетиции сразу ушла домой и в летчасть не заходила. Закрыла дверь и ушла. А сегодня, помнишь, мы к директору зашли, она была в верхней одежде. Ага. Еще спрашивала, где мы будем репетировать, здесь в зале или там почитаем в летчасти. А потом она при нас открыла дверь в летчасть. О чем это говорит? О чем? О том, что ключи ей подбросили либо вчера поздно вечером, либо сегодня, рано утром. Это реальная подстава. Ляля, ну вы не волнуйтесь, найдутся ваши записи. Ну не сегодня, так завтра или послезавтра. Ну, после похорон. Похороны перенесли. Теперь только когда следствие разрешит тело выдать. А когда еще неизвестно. Простите, пожалуйста. Кузина Бетси? Федя, можно с вами поговорить наедине? Это по делу. Можно. Максим Викторович! Я отозван по делу. Вернусь позже. Аккуратней. Пойдем. Хорошая девочка, старательная. Жалко ее. Бабушка тяжело болеет, а денег на операцию нет. Дорогая операция? Дорогая. Ждут квоту или что-то такое, точно не знаю. До свидания. Подождите. Мне же директор обещал экскурсию по городу после репетиции. Ну, раз обещал, пойдемте. Замечательный у вас город. Маленький и красивый. Да, красивый. Ну что, мы с чего начнем экскурсию? Максим Викторович, можно? Я ничего не буду проводить. Ну ладно, хорошо. Я тогда выйду. Мне кажется, я знаю, кто перерыл всю костюмерку. Вернее, не кто, а... Из-за чего? Ну, а зачем за расскажите мне, там подумаем. Ну, ведь если я ошибаюсь, тогда человек пострадает. А на самом деле... Если вы мне не расскажете, как мы узнаем, что случилось? Костюмерные искали то, что прячет Софочка. И что же она прячет? Что-то очень важное. Федя, я вас прошу, пожалуйста, вы, пожалуйста, не нервируйте Софочку. У нее диабет, ей нельзя нервничать. Я постараюсь. Ну что, тогда перенесем нашу экскурсию на завтра?
Я не уверена, что она вообще состоится. Почему? Я, наверное, уйду из театра. Ну вот и вы туда же. Земсков пугал директора, что уйдет. Но ведь остался же. Поэтому должна уйти я. Я не могу быть с ним рядом. Послушайте, Ляля, а вы не знаете, кто это все хочет на вас свалить? Я не представляю. Максим Викторович, извините. Вы меня ни о чем не спрашиваете. Мне сейчас совершенно не до этого. Прощайте. Так, ну-ка, ну-ка, подождите. Стойте! Подождите! Ляля, вы что, не понимаете, что происходит? У вас в театре убили главрежа. У вас похитили огромную сумму денег. Все это хотят спихнуть на вас. А вам что, все равно? Это все такие глупые мелочи. Допустим, найдут отравителя, найдутся деньги. И что? Ничего же не вернется. Жизнь не вернется. У меня больше ничего не будет. Тихо, тихо. Ляля, так знаете что? Я вас в таком состоянии на улице не оставлю. Ну-ка, пойдемте. Пойдемте, я отвезу вас домой. Пойдемте. То есть я правильно понимаю, вы согласились с обвинением в воровстве только потому, что Артем Земсков перестал вами интересоваться? Да, так и есть. Мило. Вон, Егор, сосед мой, тоже не понимает. Считает, раз мне Ромка по хозяйству не помогает, значит, любить я его не должна. Не заслужил. А как ему объяснить, что в Ромке вся моя жизнь, вся-вся, каждая секунда была его, а теперь ничья. Мне без него ничего не нужно. Мы приехали. Ляля, а у меня к вам еще несколько вопросов. Давайте потом. Спасибо, что подвезли. Да не за что. Ляля, а я тут это, дорожку около дома почистил. А, понятно. Стой. Егор, Лялькин сосед. Максим, режиссер из Москвы. Приехал записать спектакль. А, слышал. Плохо. Да совсем плохо. Слушай, пойдем поговорим, а? Пойдем. Это я коктейль для Лейка сооружал. Вон, видишь, успокоительное. А вот за этим столом она прямо уснула. Я, правда, ухандокал ее тогда. Дрова заставил таскать. Ну, а что делать-то? Сидит, как истукан, лица на ней нет. Вот. Сплошное горе-горькое. Ну, рассказывай, что там за канитель у вас в театре? Да чего про театр рассказывать? В театре хорошего мало. Как Ляля? Плачет? Сплошное горе горькое. Все из-за артиста этого, мать его. А что за история, я ничего не понял. У них вроде любовь. А чего он ее бросил-то? Какая там любовь? Придурь. Пылинки все с него сдувало, все в глаза глядело. Дышать при нем не смело. А он все только на диване лежал. К роли он готовился. Ты вот режиссер, да? Ну да, режиссер. Ну тогда скажи мне, разве так к роли готовится? Ну, по-разному бывает. А че он я так ни с того ни с сего взял и бросил?
Слушай, режиссер, а кто-нибудь из них вообще ожидает, что их бросят? Да они всю жизнь надеются, что эти, мать их, герои наконец-то их оценят и полюбят, и будут любить до конца жизни. Вон она все сама не своя, третий день. Да я же вижу. Я же ее всю жизнь знаю и вижу. Мать честная, забыл. Да забыл же. Бочковые. Вот, у нас тут такие леса. Если знать места, можно... Целый вагон можно насобирать. Бери-бери. Ляльку летом возил. Она была в восторге. Ну, это мы, правда, за земляникой ездили, не за грибами. Ну, в рощу входишь, а там поляна. Вокруг березы, ромашки, просторно там. Ни слепни тебе, ни комаров. Правда, божье место. Она как ягоду увидала. Егор кричит. Тут от земляники ступить некуда, и на живот легла. И так и собирал. Да. А давай выпьем. За ляльку. Она хорошая. Хорошая. Егор, я тебя прошу, уйди. Сам свои дорожки почистишь и дрова сам перетаскаешь. Дуреха, думаешь, что если дверь заперла, так я и не приду? Что значит, я брошу, что ли, ее? Нет, она... Да она утопится. А что, она может. Да ладно, что, прям утопится? Утопится. Если с голоду раньше времени не помрет. Слушай, сиди здесь, я за ней сбегаю. Она сегодня ничего и не ела. Будет сопротивляться. Ну, конечно, будет. Да я ее уговорю. Так, подожди, ну давай вместе к ней сходим.
Пойдем. Мы же с ней знакомы еще с детства. Ну, родители наши всегда дружили. Отец, бывало, поставит ведро яблок, ну, прямо вот на порог. И все. Почему? Потому что у них сад, вон, посмотри. Ляля! Ляля! Ляля, у вас пожар! Ляля, дверь откройте! Ляля, пожар! Ляля! Ляля, открывайте дверь! Ляля! Отойди! Давай. Тихо. Максим! Максим, сюда! Сюда иди! Сейчас! Тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас. Сейчас. Ну что, жива? Да ничего, дышит. Вроде дышит. Сейчас, сейчас. Ну, звони скорую. Все. Тихо, тихо, потерпи. А. Ну, потерпи. Алло. Сейчас. Скорая, приезжайте, тут пожар. Тарковская, дом 5. Женщине плохо. Давай, отравление ложись. Угарным газом. Срочно. Держись. Ага. Ляля! Ляля, кто это был? Ляля, вы видели? Призрак. Призрак артиста Витольда. Чего? Чего? А?